Ну, хорошо, я спою другую песню.
любит только молодежи. Я в шоке. Извините меня за мои дуды. Ну да, вы понимаете, что я просто... Я вообще сама не знаю, как я пою, если честно. Я хочу, кстати, выразить, сейчас в зале сидит сестра и мама доктора, который сейчас, по-моему, находится на вызове, на скорой помощи. Но точно есть врачи, которые вчера ко мне приезжали. Люди, благодаря вам двум человекам, вы со мной поговорили, вы мне были поддержкой, вы меня укололи чем надо. И спасибо вам большое. Благодаря, ну, конечно, близким людям, которые меня поддерживают очень сильно, людям вообще многим очень, которые меня поддерживают, и именно вам двоим человекам большое вам спасибо. Ну, действительно, я благодаря вам тоже здесь сегодня стою. Если я что-то не так спела, ну, не сердитесь, просто я очень стараюсь. Ну, понятно, да? Спасибо. Спасибо большое. А то, что у меня характер вредный, это да. Это вот дядечка ходил, фотографировал, вот, а этот дядечка в гости пришел, а этот с этим дядечкой болтал наш звукорежиссер и забыл поменять батарейку. Вот как классно получилось. Я всем людям расскажу. Так. Сейчас я буду дальше петь жуткую песню. Люди, я сейчас вам спою песню, которую я сочинила своей маме. Песню. Да, от первого слова до последнего. Вы меня тем более просили эту песню. Я хотела много веселых песен во втором отделении, но все, кто подходит, просят такие песни грустные. Вот. Ну, я сегодня и эти еще спою. У нас еще пока и не скоро до конца, конечно. Да, сейчас я спою вам «Белую птицу». Один раз надо встать, и чтобы я вот так... А ты тут давай корячься о своей личной жизни будет. Конечно, вот юбку из него порвала. Песня. «Белая птица». Меня увидит мир.
зла никогда не помнит. Она может понять, пожалеть, простить. Моя бабушка каждому поможет и не будет на сердце зла носить. И не будет на сердце зла носить. Сейчас буквально мы еще один эксперимент проведем. Первый попавшийся в хорошем смысле слова ребенок маленький, пусть ко мне подойдет. Родители, правильно, моя хорошая, иди, молодец, умница. А теперь у меня к тебе вопрос. Покажите крупно. Во-первых, ты очень красивая. Конечно, кудряшки у тебя вообще. Давай я спущусь, а то стою как весь всю дорогу на канале происходит такая вещь. Вот держите микрофон, держите, не бойся. Скажи, какая у тебя любимая детская песенка? Если бы ты, Лиза, знала, как мне жаль. И если бы ты, Лиза, знала, как сейчас у меня болит вода. Если бы ты видела, Лиза, мою печаль, ну все, точно бы, Лиза, ты узнала, что она сейчас мне говорит. Важно, Лиза, что ты сказала. Хотя не важно, как, а что на данную ситуацию. Хорошо, идите сюда, дети. Взрослые, просто потерпите минуту. У меня, ну, пожалуйста, это же ваши дети, ярославские. Так, заново. Забыли песню «Курю». Какая детская песенка тебе больше всего на свете нравится? Никакая. Сейчас. Юлечка, слушай, понял, да, к чему-то? Нам предстоит с тобой нести в массы. Так, дитё, еще 30 секунд осталось. Как тебя зовут, моя королева? Катя, ты очень, у тебя красивое платье, хотя я не знаю, кто из вас красивее, по-моему, обе как две принцессы. Одна беленькая, другая черненькая. Скажи мне, пожалуйста, какая у тебя любимая песенка? Она не женщина, она зала. Взрослые, мы же взрослые, мы же не изверги. Мы сейчас хотя бы одну песню детям споем и продолжим концерт. Согласны, пожалуйста.